Владимиру Зельдину исполнилось 99 лет. За плечами десятки ролей в кино и тысячи театральных постановок. И легендарный актер не уходит со сцены. Сейчас он занят в 5 спектаклях. Зельдин – человек эпохи. Он родился еще при царе. Не поступив в военное училище, в 15 лет Зельдин попал на актерский курс. И с тех пор не расстается со сценой.